Самая большая в стране всероссийская выставка-ярмарка одежды открылась в Нижнем Новгороде. Свою продукцию для нижегородцев представили более 60 регионов России. Покупайте самые красивые валенки. Ну, они очень теплые. Красивые и теплые. Это мастера из Москвы. У нас московская продукция. Валяется это все вручную. Город Иваново. Это невесты у нас приехали. Мы производители. У нас самые лучшие красивые модели. И все нижегородские женщины, девушки будут в них очень красивые. Что купили? Домашний костюм. Рекомендую. 750 рублей за даром хлопок. Мы торгуем по нашим по ценам, которые в Иваново. Если вот он кошелек, вот мы ездим всегда на ярмарку часто очень в Арзамас. С одной стороны, лестно. Ой, я с вашим кошельком хожу уже 8 лет. С одной стороны, лестно, что 8 лет. А с другой стороны, конечно, и не покупают уже. То есть... качество. А у вас бирка, смотрите, на пальто. Ну, вот это реклама. Мы из Санкт-Петербурга отшиваем все сами, соответственно, у нас цены от производителя. У нас меха аукционные и качество, соответственно, хорошее, потому что отшиваем мы сами. То есть мы за свое качество отвечаем. О, присмотрели, да? Мы решили, что можно приобрести, только немножечко имидж поменять, шарфиком приукрасить. Полупосадские платочки. И сувениры тоже в Московской области. Это роспись, досочки деревянные, игрушки деревянные. Люди сомневаются, что вообще что-то делают. Они такие, оно что-то делают. Это большая ярмарка по российским меркам. Большая. Питерская ярмарка была поменьше, сразу же скажу. То есть Нижний Новгород здесь переплюнул, даже Питер. А здесь более 60 производителей из совершенно разных городов. Ну, конечно, это Нижний Новгород, Москва, Санкт-Петербург, Орел, Карелия, Башкирия. Разные совершенно регионы с разной продукцией. Министерством промышленности Российской Федерации в такую активную работу вступили по продвижению наших предприятий. И вот одним из таких инструментов является государственная информационная система промышленности, где, разместив информацию о своей продукции, есть возможность прорекламировать свою продукцию не только в рамках Российской Федерации, но и в странах Евразийского экономического союза. То есть возможность поучаствовать в государственных заказах.